Духовно-нравственное воспитание – одно из главных направлений в дошкольном образовании. В детском саду знакомство с христианскими традициями, обычаями и обрядами проходит на утренниках. Для этого воспитатели создают целую инсценировку праздника. В воскресенье мы встречали замечательный праздник, а сейчас идет Святая Десница. 10 дней мы говорим о празднике, о возрождении, мы говорим о жизни, мы говорим о любви. И я хочу сегодня вас поздравить. Поздравить вас с Пасхой. И поздравить вас, наконец-таки, с весной. Ну и какой же весенний праздник в старину обходился без песен и танцев? Именно им в детском саду «Дюймовочка» посвятили целое мероприятие. На день танцев к ребятам прибыли сказочные гости – король, королева и их дочь – маленькая принцесса. Дети познакомили иностранцев с особенностями русского народного танца и показали элементы современного. Как считает руководитель детского сада «Дюймовочка» Раиса Павловна Цыганкова, прививать любовь к родине, к традициям и обычаям русского народа необходимо начинать с дошкольного возраста. Это уже традиционно, и поэтому родители уже знают и всегда спрашивают, а когда будет праздник танца? И такие мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание наших детей, у нас проходят постоянно. На самом деле в нашем саду проходит очень много мероприятий, они все у нас радостные, торжественные. Сейчас вот был у нас последний праздник танца, конечно, для нас это все это... трогательно, тревожно и волнительно, потому что это был последний праздник, к сожалению, в этом году, то есть мы готовимся сейчас к выпускному. Каждый праздник – это просто потрясающе, волшебно, великолепно. Такие яркие и веселые мероприятия остаются в памяти каждого ребенка надолго, а полученные знания остаются на всю жизнь.